Сегодня сусветный день пошты. Неглядя на развитие технологий и электронную переписку, миллионы людей протягивают досылать один одному листы. На протягу 10 годов Беларусь удельничает у посткроссингу – международном обмене поштовками. Наша краина – 8-я у свете по колькости отправленных поштовок. По планете разлетелись больше, как 2 миллиона белорусских карток. А поглядеть на замежные экземпляры можно у областной библиотеки имя Ленина, где открылась экспозиция, присвеченная сусветному дню пошты. У экспозиции каля 50 паштовок народа у свету с приватной коллекции Виталины Сидоренко, выкладчика кафедры истории Беларуси Гомельского державного университета имя Франциска Скорины. Это частка карток, собранных за 8 годов ее уделу у посткроссингу. Все они получены в результате посткроссинга. Здесь представлены все континенты мира, кроме Антарктиды. Есть и открытки из Африки, Южной, Северной Америки, Австралии, Азии, Европы много. Вот, тематика открыток очень разнообразная. Здесь можно увидеть и пейзажи городов, и какие-то детские открытки, детскую тематику, и открытки со знаменитостями.